Всем привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Сегодня я расскажу вам о 10 любопытных фактах о Ютубе. Раньше, когда видео на YouTube набирало 300 просмотров, то счетчик просмотров останавливался на отметке 301. Это был не баг, а специальная уловка против мошенников. Просто YouTube нужно было удостовериться, что это настоящие просмотры, а не спам. Обычно на такую проверку уходило день или два, а затем счетчик просмотров обновлялся и отображал действительные просмотры. Самый крупный видеосервис в сети был изначально задуман как сайт знакомств, где люди бы выкладывали не отфотошопленные фотографии, а свои реальные видео со своим голосом, повадками, манерой речи и так далее. Создатели YouTube на это вдохновил другой сайт знакомств – HodorNot, где пользователям предлагали оценивать фотографии других людей, таким образом делая их популярнее в общем рейтинге. Однако позже разработчики YouTube отказались от этой идеи. Чад Хёрли, Джавид Карим и Стив Чен работали в компании PayPal. Однажды им в голову пришла идея разработать собственный сервис. Деньги на это у них появились в конце 2002 года, когда PayPal, крупнейшую платежную систему, купила компания eBay. Так что можно сказать, что без PayPal и eBay не было бы YouTube. Первое видео, выложенное на сервисе, было записано одним из создателей YouTube, Джавидом Каримом. 18-секундный ролик под названием «Я в зоопарке» был загружен на видеохостинг 23 апреля 2005 года. В нем Джавид очень коротко рассказывает о том, что у слона длинный хобот. А комментарий к этому видео, естественно, стал самым первым комментарием на YouTube. Некий пользователь просто написал «Интересно». Самое забавное, что этот комментарий набрал больше лайков, чем сам ролик. А сейчас давайте почтим минутой молчания тех людей и те страны, где YouTube заблокирован. Китай с марта 2009 года. Туркменистан с декабря 2009 года. Сирия с марта 2011. Бангладеш с сентября 2012. Иран с сентября 2012. Пакистан с сентября 2012. Судан с сентября 2012. Таджикистан с марта 2013 года. Хотя на самом деле все не так плохо, ведь есть миллионы способов обойти такую блокировку. Судя по интернет-трафику, жители этих стран прекрасно это умеют делать. YouTube – это не только третий в мире веб-сайт по посещаемости, это еще и вторая по популярности поисковая система в мире после Google. Кстати, YouTube был куплен компанией Google в 2006 году, так что получается, что этой компании принадлежит два крупнейших поисковика в мире. Треть всех видеороликов на видеохостинге охраняется авторским правом и загружены без согласия их владельцев. Правда, на такой случай на YouTube есть система идентификации контента. Общая продолжительность видео, ежедневно сканируемых этой системой, составляет более 100 лет. У YouTube есть много полезных возможностей, о которых мало кто знает. Например, на странице со статистической информацией www.youtube.com/myspeed можно узнать скорость загрузки вашего видео и сравнить со средней скоростью загрузки в вашем городе и стране. А если вы зайдете на youtube.com/testtube, то сможете протестировать новые возможности видеохостинга, над которым в данный момент работает команда разработчиков и которые не обязательно появятся в YouTube. Пользователи с низкой скоростью интернета могут воспользоваться специальной облегченной версией дизайна под названием Feather. С этой функцией интернет-страницы сервиса с видеоконтентом загружаются значительно быстрее. Это происходит за счет ограничения многих функций, потребляющих значительное количество трафика. А при помощи этой страницы www.youtube.com/disco автоматически создается список воспроизведения музыкальных видео. Вам всего лишь нужно ввести название группы или исполнителя. YouTube – место, где появились многие известные сейчас вирусные видео. Например, видео, где пожарный спасает котенка, видео про танцующего пони, грузовик с Ван Даммом, ролик с Дэвидом Духовный, предприниматель из Китая продает очки, ролик про ОСАГО, танец пчелок, Стивен Тайлер поет в Москве, Арнольд Шварценеггер разыгрывает посетителей музея. Паркурщик покоряет небоскреб, и это только небольшая часть всех видео. Самое длинное видео на YouTube длится 571 час. Понадобится 23 дня, чтобы посмотреть его. К сожалению, его нельзя посмотреть, так как оно было удалено людей. А самое популярное немузыкальное видео – это ролик про детей под названием «Чарли опять укусил меня за палец», который набрал 800 миллионов просмотров.
Канал, у которого больше всего подписчиков, это Smosh. На него подписано более 22 миллионов человек. Каждую минуту на YouTube загружается 100 часов видео. Если бы кто-то решил посмотреть все имеющиеся на данный момент ролики, то ему понадобилось бы для этого 1700 лет. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео. И уже до завтра. Пока.